30 апреля одна из визитных карточек современной уральской сцены, группа «Курара», отыграет большой весенний концерт в клубе «Фабрика». В программе «Любимые хиты», а также презентация нового сингла «СРБ», нового состава и нового трека, название которого пока держится в секрете. 1 мая парк Маяковского приглашает принять участие в ежегодном мероприятии «Субботники». Только не в простом, а в музыкальном. Уборка мусора и листвы пройдет под живую музыку от уральских групп. Гости парка смогут согреться горячим чаем. Театр музыкальной комедии приглашает маленьких зрителей на сказочный спектакль «Дюймовочка». По сюжету крохотная девочка попадает в водоворот невероятных приключений. Чудом избежав жизни в болоте с ужасными жабами, она едва не стала невестой жука-аристократа. Нашла приют в мышиной норе, спасла от верной гибели раненую ласточку и приглянулась кроту-богачу. И была у этой крохотной, но очень смелой девочки мечта – научиться летать. Сбылась ли она? Об этом сказка для тех, кто летает во сне. Показ анимационного фильма «Мелодия струнного дерева» и встреча с режиссером Ириной Евтеевой пройдет 2 мая в Ельцин-центре. Это история о путешествиях поэта Хлебникова и его Ка. По египетской мифологии Ка – это жизненная сила в облике человека, существующая отдельно от своего господина, бессмертный двойник, сопровождающий поэта в его творениях и временах. С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, поэту, свое Ка. С другой – история любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. Как восточная и западная звезды, они встречаются на небосклоне. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.